Здравствуйте, друзья! Сегодня я проведу для вас экскурсию по выставке «Интер-Агромаш» у нас в Ростове-на-Дону. Периодически проходят сельскохозяйственные выставки. У нас аграрный регион. И у нас крупнейший завод «Россельмаш». Здесь, конечно, выставка не только «Россельмаш». Здесь очень многие производители представлены, и такое проходит регулярно в Ростове-на-Дону. Сейчас мы с вами пойдем. Вот эта вот огромная конструкция называется дождевая машина. Дальше там кузов, трактор. Самый интересный агрегат, может быть. Прицепная косилка. Вы таких агрегатов не видели никогда, я думаю. А это? И вот эта вот машинка, к которой нельзя подходить ближе 30 метров, не стоять, это разбрасыватель удобрений. А это поливальная машина. Она разворачивается, и из этой бочки полив происходит. Форма прицепная. Для чего? Комбайн. Здесь стоит комбайн, а написано опрыскиватель. Опрыскиватель вот. Они перепутали стоечки, наверное. Вот они, красивые. Трактор «Россельмаш». Вот он, главный, красивый, в самом центре стоит. И посевной комплекс. Вот это вот огромная фигня, это посевной комплекс. Вот тут еще опрыскивательная машина. Я не понял, как оно все вместе ездит. Ну, как-то ездит, наверное. А, вот это вот сеялки, опрыскиватель, наверное. Не знаю, что это. Но это громадная вещь. А то, что мы видели до этого, маленькая просто. По сравнению с этим великаном. Вот, переходим к маленькой технике. Погрузчик. Радогорд наш. Извиняюсь, Радогостмаш. Красотень какая. Тут еще что-то есть? Тут тайца два, 350-390. И
Здесь не написано, что это такое, как его зовут. Но мужики обсуждают. Так, правильно. Техника. О, Зиммаш. О, Ростовский завод, сельхозтехники, ух ты. Аспирация. Так, это что, тоже удобрение? Или это все-таки? От вредителей. Вот это я понимаю, это бочки. Раз, два, три, четыре, какие хочешь. Кассеты для перевозки жидкостей, в том числе КАЗ и ЖКУ. Вот так вот. Грузил их, и будет красота. 15 метров кубических. Пойдемте дальше еще глянем. И пойдем. Корм-маш. Игольчатая барана мотыга БМТ-6. Вот. Игольчатая барана мотыга. Так. В общем-то, я не удивлен. Сеялка точного высева, избыточного давления, СПВ-8. Самая обычная оказалась. Видимо, тоже какая-то. Сеялка. Приспособление для уборки подсолнечника. Вот что это за штука такая. А я думал. Ну что, дорогие друзья, мне понравилась выставка. Не знаю, как вам. Я постарался показать все объекты. Если что, здесь ходит телевидение. Смотрите телевидение. Донт Эйр. Россия-1. Ну, а я просто пробежался, чтобы показать, сколько здесь всего интересного и классного. Приходите.